родители, ученики, учителя. Стремительно пролетело лето. Мы рады вас приветствовать на торжественной линейке, посвященной Дню знаний. Открывает нашу линейку человек, который, как энергичный и умный капитан, ведет наш школьный корабль в страну новых знаний. Слово предоставляется директору государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы, школа номер 2107, Лукашук Олесе Николаевне. Доброе утро, друзья! Школа 2107 приветствует всех своих учеников, учителей и гостей этого праздника. Вот вы можете в это не поверить, но мы так рады, что закончилось лето, и что мы наконец-то встречаем наших учеников. И не потому, что лето жаркое и уже хочется наконец прохлады, а потому, что мы для вас создали столько интересных проектов, что нам очень хочется наконец-то, чтобы вы познакомились с этим и начали вместе трудиться и работать. Тем более, что школа 2107 в очередной раз подтвердила статус одной из лучших школ Москвы, не только удержав свои позиции в столичном рейтинге, но и продвинувшись вверх в столичном рейтинге. Поэтому сейчас еще большая ответственность не только за удержание результатов, но и за еще более уверенное продвижение вперед. Самыми главными героями нашего праздника сегодня стали наши первоклассники. И в школе 2107 более 200 первоклассников сегодня пришли к нам в школу. Ребят, вы готовы сесть за школьную парту? Послушайте, так уверенно сказали. Готовы? Точно готовы? Они не знают, что мы. Покажите, как надо трудиться и как надо учиться всем взрослым. Вот так уже что-то вот сейчас уже сомневаетесь. Покажите, как надо трудиться, учиться. Отлично! Ну и очень трепетным сегодня день является для наших выпускников. Ребят, запомните этот день. И сегодня уже начинается сложная борьба. Борьба за самые лучшие места в самых лучших вузах страны. Я уверена, что у вас все получится. Ну и педагогический коллектив и школа обязательно вам в этом помогут. Итак, мы желаем всем нашим ученикам ярких школьных дней, новых друзей и новых открытий. А мы гордимся вами, верим в вас и в ваши успехи. С праздником! С началом нового учебного года!